валютный курс, цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах. Понятие обмен валюты связано с такой ее характеристикой, как конвертируемость. Степень конвертируемости валюты определяется механизмом государственного регулирования валютных операций. Валюту называют свободно конвертируемой. Если в стране этой валюты к резидентам и нерезидентам не применяют какие-либо ограничения на осуществление валют сделок и неконвертируемый. Если в стране этой денежной единицы действуют законодательно установленные ограничения почти на все виды операций с ней, частично конвертируемой считается валюта стран, в которых действуют ограничения и регламентации на некоторые виды обменных операций или для некоторых участников этих операций. Свобода конвертации валюты должна опираться на экономическую стабильность страны, то есть одного законодательного разрешения обмена валюты недостаточно необходимой доверия к валюте и оценка экономической состоятельности страны. Таким образом, конвертируемость ⁇ это способность валюты свободно обмениваться на другие валюты и обратно на национальную валюту на валютных рынках. Для конвертируемых валют в основе курса лежит валютный паритет, однако курсы валют почти никогда не совпадают с их валютным паритетом. В условиях международной торговли и других внешнеэкономических операций отношение поступлений и платежей в иностранной валюте, соответственно, Спросы и предложение иностранной валюты не находятся в равновесии. При активном платежном балансе курсы иностранных валют на валютном рынке данной страны падают, а курс национальной денежной единицы повышается. Обратное происходит в случае, когда страна имеет пассивный платежный баланс, так как отечественные должники для погашения своих внешних обязательств стараются закупить иностранные валюты больше, чем ее предлагают. Фиксация валютного курса осуществляется или согласно золотому паритету или по международному договору, при классическом золотом стандарте, то есть при свободном размене валют на золото в Центральном банке, валютный курс устанавливается в пропорциях к его золотому содержанию. В той или иной степени правительство страны устанавливает официальные обменные курсы, регулярно публикующиеся в специальных бюллетенях. В России официальный курс рубля устанавливается Центральным банком РФ для использования в расчетах доходов и расходов государственного бюджета всех видов платежно-расчетных отношений государства с организациями и гражданами, а также целей налогообложения и бухгалтерского учета. Фиксирование национальной денежной единицы в иностранной называется валютной котировкой. Принято различать прямую и обратную котировку. Прямая котировка – это цена иностранной валюты, сложившаяся на национальном рынке. Она показывает количество валюты-измерителя, приходящегося на единицу котируемой валюты. Обратная котировка отражает количество единиц котируемой валюты, приходящейся на единицу валюты-измерителя. Курс одной валюты по отношению к другой может быть определен также через третью валюту, в этом случае он называется кросс-курсом. Необходимость в таких котировках возникает в тех случаях, когда объем прямых обменных операций между двумя валютами относительно мал и, следовательно, не складываются достаточно представительные прямые котировки. Кроме того, даже при наличии надежных прямых котировок Расчет кросс-курса может дать несколько отличную величину курса. При наблюдении за уровнем валютного курса фиксирует два курса – курс продавца, курс покупателя. Они различаются, поскольку здесь валютные операции рассматриваются как средство получения прибыли. Разность между этими курсами образует спред. В Российской Федерации Центральный Банк определяет курсы иностранных валют по результатам торгов на валютной бирже в рублях, применяя прямые котировки. Режимы валютного курса – Плавающий валютный курс устанавливается на основе спроса и предложения на валютном рынке. Фиксированный валютный курс устанавливается как фиксированное значение на определенном промежутке времени. Международный обмен. Международная торговля ведется в денежных единицах. В каждой стране функционирует своя валюта. Перед тем как купить товары, услуги или финансовые активы за рубежом, необходимо купить или обменять валюту своей страны на нужную на валютном рынке. Основные массы валюты для Международные торговли обмениваются в крупнейших финансовых центрах мира. Курсы, по которым обмениваются валюты, определяются спросом и предложением валют. Например, в начале 1986 года американский доллар обменивался на 10 французских франков. Два года спустя он стоил уже 6 франков. По мере изменения обменных курсов валют изменяются цены на товары этих стран, которые импортируются и экспортируются по способу расчета паритетный и фактический.